Привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о недобросовестных АЗС. Росстандарт обнародовал данные о заправочных станциях, где были выявлены различные нарушения. Эти проверки проходили на территории Дагестана, в Крыму и Севастополе. В общем, в списке оказалось 157 АЗС, которые реализовывали некачественное топливо. Среди самых частых нарушений отмечается несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле для дизеля. Кроме того, были выявлены случаи повышенного содержания серы в бензине и солярке. Росстандарт рекомендует избегать заправки с некачественным топливом, чтобы уменьшить риск поломки машины. На данный момент это все. Больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!